Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, на часах 10 часов вечера, ребят, я час назад только пришел с работы. Соответственно, ага, смотри, все-таки Лигу Мастеров, одну звезду я сохранил. Ладно, забираем с тобой 55, ребят, ну 20 осколков продинамил. Должно быть 75, но я получил 25. И, точнее, 55. И то, ребята, учитываем, что я не играл почти неделю. И я спохватился. Ну, как спохватился? Вы прекрасно знаете, что у меня было. И вот за эти выходные я, считай, до Лиги Мастеров дошел. Если бы сегодня не работал бы, то до 3 часов дня, перед тем, как произошел бы буст, я, возможно, даже бы забрался в Лигу Мастеров 2 звезды. Вероятнее всего. Да ладно, думать, куда бы я там забрался, не забрался. Ну что, ребят, турнирная арена, погнали. Естественно, у нас не будет топового места сегодня, но мы идем сюда не для того, чтобы топовое место. Нет, кого я обманываю? Я иду, и вообще я играю в арену для того, чтобы, ребят, получить осколки платиновые. Но я имел в виду, что сегодня нам в Лигу Мастеров не попасть ни при каком раскладе. Потому что, во-первых, очень много времени прошло. Вот. Но, тем не менее, зато мы с тобой начнем потом с Лиги Самураев 3 звезды. Понимаешь, да, к чему я клоню? Нам не надо проходить опять этот круговорот вот этот весь. Смотри, уже 2 звездочки у нас есть. Так, шикарно. Давай попробуем, может быть, 11-12 мне тут подкинут. Есть. Так, видосик, ребята, я снимаю сегодня, а выкладывать я его буду, наверное, уже завтра. И выложу я его поздно вечером, потому что, опять же, приду с работы поздно. Возможно, завтра никаких больше я видосиков снимать не буду, потому что с работы отдохнувший, точнее, уставший. Уже все, уже голова не варит, ребят. Уставший приду, и надо будет кимарнуть, отдохнуть. А уже на своем коротеньком выходном мы во что-нибудь, да, поиграем. Ты прикинь, я даже здесь, я даже воин 3 звезды не взял. Вот так вот. Я воин 3 звезды не взял. Печалька. А что поделаешь? Что поделаешь? Потому что я за время, ребят, слишком поздно играю. Если бы я начал бы на откате бы. А откат у нас происходит во сколько, правильно? В 3 часа. То совсем немножко другой бы был расклад. Мне даже, ребят, говорить, честно говоря, тяжело, потому что башка нифига не варит, уставший весь. Еще такая духота сегодня была, жарище. Комарья немерено просто закусывают. Вот ты идешь, ноги просто искусали все. Все ноги, ребята, я в кровь их расчесал. Вот. Плюс вот эта вот духота, идешь весь сырой. Фу, короче, одним словом. И это, ребята, еще при том, что я на работе. Да. А работка у меня далеко не офисная. Так что я не позавидую многим. Мне даже говорить тяжело, я уже говорил. Что-то аж дыхание сперло. Не знаю, с чем проблема. Может, потому что я поел. А может, потому что я сегодня наорался. Фиг его знает. Вот, ладно, отыграем с тобой сегодня черепашек. Я уже в драконы не пойду сегодня. Драконы, всадники Олуха. Как бы сегодня без них. Просто мне надо здесь в черепашках как бы наверстать, чтобы мы с тобой уже были в лиге, я не знаю, там, в лиге сёгунов пускай, да? Вот, чтобы завтра мы были уже в самураях. Чтобы нам не начинать, еще раз повторяю, заново все. Так, давай попробуем, может быть, дадут нам. Во, 12-14. Шикарно. А персонажей, ребят, до сих пор 4. Угу. Рассчитывал на 5, но нет, дают тебе 4. Ах. Чай горячий рядышком, друзья мои. Но проблема в том, что... Кстати, вот я заметил, вот смотри. Видишь, вот это вот подтормаживание в черепашках. Оно через минуту пройдет. И оно именно в этой игре
происходит. Я не знаю, с чем это связано. Вот видел? Все это как-то за кадром произошло. Я даже ничего не делал, ребят. Но мы уже выиграли. Вот, один раз за игру такая вот фигня происходит. Почему? С чего вдруг? Не знаем. Сегодня Marvel Strike Force, друзья мои, открыл себе нового персонажа, Стража. Я за ним гнался, потому что там заканчивается сезон, точнее не сезон, а событие, где можно было его получить. И буквально через час оно закроется. Но я урвал Стража. Записывать уже, как говорится, не стал. Вот. Но теперь у меня есть Страж. Теперь осталось только получить Сасквоча. Ну, в принципе, и все. И будет у меня команда Альфа полностью собрата. Так. У них 32-й ранг, у нас 56-й, да? Да я думаю, ушатаем мы их здесь. Давай. Да что, кашель какой-то. Холодной водички попил сегодня. После душа. После душа попил холодной водички. И что-то у меня кашель и горло заболело. Кстати, может быть, из-за этого и говорить тяжело. Знаешь, такое ощущение, что как будто вот не хватает воздуха. Фух. Такая фигня. И бочина, ребят, сегодня целый день бок болел, блин. Не знаю. Разваливаюсь на ходу, я уже развалюха. Ходящая развалюха. В отпуске ничего не болело. Все было так прекрасно, как только вышел на работу, все началось. Там болит, здесь болит, тут тянет, там скрипит, тут трещит. Невозможно. Так, ну что, давай тогда. Наверное, сделаем так. Массовых атак нету. Вот только у Роквелла. Серьезно? Да, кабан затащил эту катку с помощью своей гранаты. Ну, так, ребят, ну вот мы и добрались с вами до самураев. До самураев добрались, теперь нам нужно куда добраться правильно? В Лигу Сёгунов. Так, у нас уже 5 бойцов, так что... Так что будем быстро с тобой продвигаться здесь. Я бы даже сказал, очень быстро. Так. Ага. Ну давай добьем тогда. Так, теперь нам надо Ваньку, наверное, как-то подбить. Ага. Слушай, ну... А, муха сейчас же, муха навозная сейчас будет хилять. Ага, не будет. Не успеет. Мутагеноид ее прихлопнул своими гигантскими резиновыми ладошками, да? Резиновый, да, у него же? У него костюм резиновый, внутри которого находится вот это вот мутаген, слизь. Так, 14-17. Ну что, поехали. Возьмем вот таких вот ребят. У нас уже 70-й уровень. Серьезно? Окей. Пью. Давай бросим флакон. Ну и все. Обожаю массовые атаки. Во-первых, быстро проходится все, да? И мало движений. Так, а вот уже и Лига Самураев 2 звезды. Прикинь, как быстро мы здесь начали газовать. Ну, персонажи, как ты видишь, все меньше, скажем, поединкам. Ну, я не знаю, может быть, мы дойдем сегодня до Лиги Сёгунов 1 звезда. Мне бы хотелось бы, конечно, остановиться лучше на 2 звездочках, а лучше на 3, но 2 это было бы даже неплохо. 2 звезды. Было бы неплохо. Но персонажей, наверное, не хватит. Так, какая позиция? 34-я. Так. 14-18. А, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, против 45-х уровней-то вот эти вот. Даже Джастин здесь представляет из себя угрозу, потому что он 80-го уровня. Но мы начнем с карайки змеи. Так, крикнула. Давай затыкаем. Ага. Так, и
бурундучки в довесочек. Все. Хлопнули их. Так. Ой, дай-ка я облокочусь на спинку кресла. Так, ну что, друзья мои, самурай 3 звездочки у нас. Так, и нам надо что? Что нам надо? 14-19. А не дают, кстати, ребята. 14-18 здесь почему-то предел. Ладно, я беру здесь крысиного короля. Одного. Одного. Там чукуна яичи только стоит. А он мне крысиного короля тут втюхивает. Ладно, давай. А все равно, ребят, крысиный король по инициативе переплюнул кунаичи. Хотя я думал, что кунаичи будет первого ходить. Но, видишь, не тут-то было. Так, давай 40-ю позицию мне. Угу, 40-я, 52-я. Но, тем не менее, сотки до 52-й это неплохо. Так, а вот и 15-19. Раз, два, три, 4-5. Ну, естественно, наверное, будет первым ходить у нас Усаги, да? Да, первый ходит Усаги. Он ходит и заканчивает этот поединок. Хлоп. И спатеньки. Всех отправил на боковую. Поехали дальше. Блин, нет, надо глоточек сделать. Что-то мне прям, не знаю, першит. Гудит. Непонятно, что происходит. Чай горячий. Можно обжечься. Так. Нет уж, давайте мне 15-19. Хорош там уже выпендриваться. Раз, два, три, 4-5. Но здесь я думаю, что и одной Алапекс будет достаточно. Или Макман ходит. Нет, Алапекс, у него, по-моему, инициатива лучше. А, Рафаэль. Я все время, ребят, забываю про Рафаэля. Конечно же, Рафаэль здесь переплюнет всех. И Алапекс, и Шмендрекс. А вот, друзья мои, сёгуны. 78-я позиция. Так. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4. О! Вот у нас, ребят, как раз получается 2 поединка. Как раз выходит 2 поединка. Давай, валунчик, киданем. И все. Так быстро. Ну и хорошо. Так, какое место возьмем? 43-е. Ну, до Лиги Сёгунов, наверное, мы, ребят, 2 звезды сегодня не доберемся. У нас последний поединок. Скорее всего, нет. 46 или сколько? 48 ступенек пропрыгнуть за один заход. Нет, это нереально. На Лиге Самураев еще может быть, да. Но здесь... На этом ранге уже нифига не получится. Давай, маузеры, добивайте этих супостатов. Да, Донни упал, такая шапка сверху, и ему на затылок приземляется. Ну что, ребят, вот у нас 8-я позиция. Это в лиге Сёгунов 1 звезда. Так, пойдем-ка быстренько с тобой ежедневки еще выполним. Блин, надо уже... О, у нас тут Крэнгушка, кстати, друзья мои. Блин, сижу как сонная муха. Вот серьезно, ребят, устал сильно. Как собака. Не хотел как бы снимать, но подумал, что опять потом завтра начинать с самого ноля. Не было никакого желания, поэтому решил сегодня. Можно было бы, конечно, и за кадром все это сделать, друзья мои. Но я же знаю, что вам нравятся черепашки. Поэтому решил снять. Да, пускай мне будет плохо. Пускай мне хреновенько. Но мы снимем эти черепашки. О, во что бы то ни стало. Так, ну давай, Крэнк, выходи. Еще лапки свои потирает. Успокойся, парень. Успокойся.
Так, ну что, две тычки хана ему. Первая тычка. А, надо было тройной укус сделать. Ну да, тройной укус бы намного намного больше бы, ребят, урона нанес моему. Так, постепенный урон. Бам. Да, друзья мои, Рафаэль его добил. Все, смойся отсюда. Так. Ну что, друзья мои, забираем наши награды сейчас. Скрываем все сундуки. И смотрим, что нам там выпадет. Так, ну ДНК это мне не интересно, потому что это все у нас есть. Сюрикен на меня как бы тоже не... Подожди. Я что-то пропустил. Опа-на. Вот это, да, друзья мои, вот это сейчас был бы номер бы, если бы я не досмотрел бы. И мы бы вскрыли бы с тобой сундуки. Мы бы не получили бы бонуса. Точнее, не то, что бонуса. Или бонус. Там как-то высчитывается, я не помню, ребят. То есть ты, если сундуки не открыл, не собрал все и открываешь, там что-то получаешь меньше наград. По-моему, так это работает. Офигенно. Хорошо, вовремя я заметил, а? Посмотри. А так бы сейчас лопухнулся по полной бы программе. Было бы немножечко обидно. Да что уж я там кого обманываю. Немножечко, было бы очень сильно обидно. Да иди ты отсюда. Лезет, понимаешь ли. Ну, как-то так. Друзья, победа за нами, само собой. И мы... Вот теперь я могу собрать и сбросить. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, что у нас тут? Награда какая-то ерунда. Вот, 11 тысяч мутагена, 64 доллара. Я считаю, что это нормально. Плюс 6 откатов, ребят. Так, ну что, пойдем теперь. Сколько у нас? О, 63 тысячи нам хватит, кстати. Ага. Слушай, даже два раза могу. Вау. Ребятулечки, еще три уровня и Донни будет прокачан. Так, а где мой Лео? Так, подожди. А, мы Леонардо Видение же, да, качаем, да. Так, нам, значит, нужно 10 вот этих вот номеров автомобильных. Ага, один есть. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Так, шестой. Седьмой. Восьмой. Еще два надо. Девятый и последний. Есть. Так, улучшаем. До четвертой ступени, ребят. Так, нож для пиццы. Смотри, как хорошо идет, а? Да ладно, ты серьезно? Слушай, а сколько надо, я-то не посмотрел. Нож для пиццы, а сколько надо, ты не глянул? Просто еще 6. Но... Да, пицца кончится, ребят, быстрее. Так, еще один нашли. Все, пиццы больше, к сожалению, нету. Но зато уже 823 доллара, ребят. Если мы с тобой потратили 1500 вот в прошлой серии, то мы уже 800 насобирали почти. Ой, ну что, ребята, вроде бы как... О, черепашья буря, шикарно. Ну что, друзья мои, вроде бы как бы и все. Все, что я сегодня хотел, я это сделал. И теперь могу с чистой совестью идти ложиться отдыхать. Ну что ж, друзья мои, вам всем большое спасибо за просмотр. Извините, что сегодня бубнил, как старый дед. Ну, кому мне еще жаловаться, как не вам, а, друзья мои? Я знаю, что вы меня поймете. Ладно, все, всем удачи и до новых скорых видосиков.